13日目。はい、もうそろ2週間経つよ。アロ、プロフェッサー・ヒミニューク。あ、イガリ、ブタム、もし私が聞いていると、ответьて、пожалуйста。Прием。Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я ж... Слишком часто... Учитывая обстоятельства... Ну... Да, я знаю. И будьте очень осторожны. Кто вы такая? Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах. Пожалуйста, приходите в поселок. Если будут... Хай, Ольга の квест が再発生した。なんだけど、その過去の事象を変更して、そのコースチャだっけな、オリガの夫である彼を殺したという事実は葬り去ったんだけど、そのコースチャは結局今どこで何をしてるのかは分かんないんだよね。殺さない選択肢をした結果なので、とりあえずパッと行ってまたパッと任務をこなして、パッと仲間に引き入れるか。あとの2人は、まあね、物資を集めて、物資ってか、今のところ食料品ばっかりだな。医薬品も回収してもらおうか。なんかタラカンの方が若干成功率が高いのは、なんでだ?これもやたら高いぞ。ちょっとタラカンも試しにモスクワへに飛ばしてみるか。で、まあ医薬品困ってないから食料品取ってきて、オリビエは。で、スタート。はい。ハテナの配置は、ちょっと前と変わってるな。調査したところはもう調査済みになってるし。まあまあまあ。多分オリガとの会話は変わらないでしょう。時間を巻き戻してる感じなんで。このハテナは、おそらくチェルノブライトかチェルノホストにやられてる兵士かなんかだと思うんだけど、なんだ?おたぶね、あいつら兵士より死にせいいぞ撃っちゃうか。あ、ぶれねえぞこれ。え、こんなにブレないのこれ。こういうスナイパーとかの高倍率スコープってめちゃくちゃブレるイメージがあったんだけどな。はい、えらい。え?やりあだん。え?パスマトリーナミニャ。え?パスマトリーワクローク。Я жду, пожалуйста, поспеши. А? И на ее? Я да. Хейша минна синдеру си. Нанка мада Черно Хосто га иру ような視界にタチアナらしき人物は映ってない。だけど、しれっとね、現れたりするからね、本当に。一般兵士がいる。ちょっとあの距離は遠すぎるか。ハイライトさ、された。スキルでさ、まあ、確認したらわかるんだけど、その、直接キルしても精神がえぐられないとか、そういうスキルないかな。それやっちゃうと、
スタンの利点がなくなっちゃうか。一人かね。あっちにもいるか。応戦されてる。応戦されてる。ちょっと早く早く早く早く。ゴリゴリに汚染されてる。ちょっと体おかしくなっちゃう。危ない。もう一人いるし、撃っちゃうか。いやー、たくさん汚染した。ちょっと試したいんだけどさ、あの目に見えて汚染されてる地帯とか以前赤い森にもあったんだけど、こういうところでガスマスクしても多少汚染ダメージを弱めてくれたりはするんだろうか。関係ないな。やっぱこれは毒ガス地帯向けか。外そう。まあまた立ち穴系のイベントだったな。結局はもう一箇所あるよね。あ、向こうか。気味が悪いんだけど。え？Я так не могу. Сколько несчастных погибло в таких ямах. Неужели я одна из них, Игорь? Неужели от меня остался лишь череп с дыркой в затылке? А, 消えた。ここにいましたか？いや、いないんだけども。幻の立ち穴じゃなくてリアルな立ち穴は一体どこにいるのか。未だに KGB のところに捕らえられていたらもう化け物になってるよ。人体実験かなんかで。以上かな。じゃあまたちょっとオリガに会って、以前はその誰かがコスチャーを殺しやがったっていう文書が盗まれたレーションとともにあったんだけども、今回は殺していないので殺したことをなかったことにしたから多分話は変わってるはず。まだオリガから襲われることもたくさんあるんだよ、スキルとかで。モンスターいるね。おいっす。会うのは二度目だぞ。この辺飛ばしちゃおう。はい。地上の兵士をパパーッと片付けて、今度は向こうの方がガス地帯になってんな。で、サーチをかけてみたら地下に誰かいるんだよな。前は誰もいなかったのに。これは、もしかして、死んだことがなかったことになった夫さんですか、あなた。そうですよね。Значит, это ты. И почему я был уверен, что ты как-то со всем этим связан? Пожалуйста, помоги мне. Мои люди рассчитывают на меня. Я должен вернуться с едой. Кажется, у нас уже был такой разговор. Я искал припасы, которые у нас украли, а потом меня схватили эти гады. То есть они украли еду? А потом устроили на тебя засаду? Что-то не сходится. И они мертвы. Ты в безопасности. Уверен? まあ、いろいろ不審な点は前あった時もあったんだけど、まあ、再度いろいろ尋ねよう。Ты погнался за ворами. И откуда ты знал, в какую сторону идти?
В смысле, я? Я шел по следам. Я опытный следопыт и охотник с детских лет. Серьезно? А Ольга сказала, что ты доктор? Хай. Что случилось с припасами? Думаю, они где-то неподалеку. Хорошо бы их забрать, я должен принести их обратно. Почему я все еще под замком? Выпусти меня и давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. まあなんか腑に落ちないけど、オリが、まあオリがもう完全に信用したわけではないんだけど、仲間になることに違いはないんだし、でそのオリがの夫なんだから、まあ、腑に落ちはしないけど、解放するか。Ладно, ты свободен. Возвращайся в лагерь. Спасибо. Я замолвлю за тебя словечко. はい。で、レーションがここに、はい、奪われた物資です。じゃあ戻るか。ま、間違って殺しちまったっていう選択よりかははるかにマシでしょう。それだけは言える。Еще раз спасибо, что вытащил меня из этой дыры. Но прежде чем ты пойдешь к Ольге, я хочу сказать тебе пару слов. Да? Так я и знал, что ты что-то мутишь. Припасы у тебя, так? Позволь, я их заберу. Что? Вот это наглость. Я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чем дело. Или ничего не получишь. Ну ладно, ладно. Послушай, я годами пытаюсь помочь этим людям, показываю, как было бы лучше все устроить, учу самоорганизации, всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хрыча Матвея. Пойми правильно, я люблю Ольгу. И всех их люблю. Они моя семья, цель моей жизни защищать их. Даже вопреки их желаниям. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Что ты задумал делать с этими припасами? Матвей должен знать свое место. Он безрассуден, и за его решение мы все можем погибнуть. Хватит ему всем тут заправлять. Я хочу подмешать кое-что в его еду. Просто, чтобы он стал чуть более, ну, покладистым. Тогда я смогу изменить нашу жизнь к лучшему. Ольга увидит, что я прав. Матвей голову задурил. Нужно положить тому конец. Да, просто охренеть. Не знаю, что сказать. То есть это все твоя личная вендетта? Я доктор, ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с дозировкой. Ничего страшного не случится, поверь, так всем будет лучше. Помоги мне, и тебе здесь всегда будут рады. Что бы тебе ни понадобилось, я для тебя это достану. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Ты сам украл припасы, чтобы все это провернуть? Да, да, украл. Но только потому, что мне не плевать на это место. Я сделал сложный выбор ради всеобщего блага. Надеюсь, ты поймешь меня и тоже поступишь правильно. Сам знаешь, тебе понадобятся союзники. Доверяй мудрости великого Крысолова. Иногда он ведет нас туманной дорогой вроде этой, мышонок. Матвей этот. Я давно его знаю и не доверяю ему. Он может стать невольным орудием в руках крысиного короля. Так что щепотка крысиного яда ему не повредит. そうなのか？というか、お前の自作自演かよ。これは事前にタラカンが仲間にいないとこういう助言をしてくれなかったのかもしれない。なあ。まあ、好意的になるっていうなら、まあ村人同士のいざこざなんだけど、手を貸しますか？Ладно. Будь по-твоему. Вот припасы. Только позаботься о том, чтобы никто не пострадал. И помни, теперь ты передо мной в долгу. И скоро я попрошу тебя расплатиться. Да, да, разумеется. Я буду вечно тебе благодарен. Хай. Ольга はマトベイを
信頼してるけど、こいつとマトベイはあまり信頼関係にはない。むしろ確執がある。Я принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из Знары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Спасибо, что спас Костю. С ним бывает непросто, но я люблю его. Если тебе что-то понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти.仲間になってください。Как насчет того, чтобы объединить усилия? Что ж, а мне бы пригодился человек как Веди. Я открою для... はい、これで再び仲間に。Это немного необычно, но я тебе доверяю. Тогда приятного путешествия. Увидимся на базе.で、オリガを迎え入れたから、以前あの、赤い森の奥の方のバンカーだっけな。バンカーで、子供?謎の子供が、まあ、捕らえられていて、で、その子を、まあ、この村まで一人で行かせるか、牢屋の、安全だから、牢屋の中にひとまず、とどまらせておくか、の、まあ、選択肢の助言を、オリガから受けることになるんだけど、あの時否定的な選択肢選んじゃったから、今度はひとまず肯定的な選択肢にしておこう。またそのクエストを受けることがあれば。はい、рад видеть тебя в своей команде. Я сделал это ради безопасности моих людей. Хай. Ну, эрай мембар になってきたな。この辺の話も聞いたから、まあいっか。はい。で、食料がそこそこ需要高まってくるぞ。人も増えてきたし。Путь свободен, мышонок.Крыс больше нет. Можешь приниматься за дело. А, еще. Держи. Вдруг пригодится. Таракан もチェルノブライト持ってきた。みんな状態もいいね。はい。体力が少し低下している。まあ通常レーションでいいでしょう。そこまで節約する必要はないのかもしれないけどね。じゃあまたオリガの装備を準備するなりするか。あれ?ああ。過去の出来事を変更したってだけだから、与えた装備は変わってないんだ。で、そうだ。ヘビーアーマーを作れたから、ヘビーアーマーを作って、限界ギリギリまで、ちょっと余分に作っちゃったけど、セラミックプレートも作ったから、今、ステータス左下、アーマーゲージマックス、多分だいぶダメージ、与えられても、耐えられる、今は。ガチガチ装備になったんだけど、これちょっとバレやすいんだっけな、この装備。そうだね、移動音とカモフラージュがめちゃくちゃ下がってる。まあそこはスキルたくさん得たから、そこでなんとかカバーしていこう。ちょっと待って、今このマイクロプロセッサーリサイクルマシーンを置いて、この余分になったプリミティブハーマーをリサイクルしようとしてるんだけど、どういうことだこれ。されない上に無限に素材が増えていくぞ。バグか?おかしいな。これバグだよね。あ、いや、なくなった。ああ、メタルプレートがたくさんついていたせいかな。わからんけど、まあいいや。で、人も増えたんで、ちょっとベッドも増やして、
囲いも増やして、でこっちにタンスを置いて、はい、この辺はしまっとこう。あとはそうだな、ちょっと気になるものを一つ作ろうかな。このこれ、分子アクセラレーターっていう、分子プラズマ銃とか分子バッテリーとかレールガンとか、なんか近代的なものを作れるようになるものなんだけど、あ、可燃部品なくなっちゃった。これまた今度作ろう。はい、あー、でスキルが今2ポイントだから、どうしようかな。Чем могу помочь? Оригасан. Привет. С радостью. Инвентарь слот увеличить. Ма, чуть-то сакини кутчачака. С радостью. Вещи серии перфект. Отлично. Только никаких шуток во время трени. Ну, продолжим. Время очередного урока, Игорь. Уверен, будет еще интереснее, чем в прошлый раз. Советую отнестись к этому со всей серьезностью. Ты ведь не стал бы смеяться над тем, кто учит тебя обращаться со взрывчаткой? Наверное, нет. Разумеется. Так что представь, любое барахло в твоем рюкзаке – это заряд С4. Ты должен размещать все вещи аккуратно и с умом, иначе что-нибудь взорвется. Насколько мне известно, консервы не... Не перебивай. Зачем воспринимать все так буквально? Это метафора, чтоб тебя. Если я когда-нибудь встречу Татьяну, первым делом спрошу, что она нашла в таком унылом зануде, как ты. Мне это тоже интересно. В общем, ты должен быть внимателен и собран, когда сортируешь свое барахло. Представь, что от этого зависит твоя жизнь. Это урок номер два. Ладно. А урок номер три? Вот в чем он состоит. Верь. Верить во что? Верь, что ты сможешь найти в своем рюкзаке нужную вещь. Женщины постоянно так делают. Что скажешь, ученик? Я хочу верить. Вакаранай. Иинока, коре де, ториайзу. Хитасра мата секкё сарете ита йона. А, инвентори слотто. Фуэттеру. Де, мада... まだ12スロットほど増やせそうに見えるんだけど、それはどうもまたこの未開示の仲間というところからチェックすると、うん、急にもう12個のインベントリスロットを獲得できるような訓練があるらしい。一番下のこの未開示の仲間ってのはレアなのかな。はい。で、また日数を経過させると、おそらくオリガから赤い森関連の任務が再び発生する気がする。